Стихотворная эстафета в год литературы. В Чувашии все 365 дней посвятили творчеству Константина Иванова. Его поэму «Нарспи» будут читать все желающие в разных частях света. Кашпузан, кишетуя, лавдаше, хужалгарибуянба, манатуя, кушалаше. «Нарспи» и «Сытнер», «Ромео и Джульетта» чувашской литературы. Трагическая история любви девушки против воли, выданной замуж за богатого, но нелюбимого жениха, переведена на многие языки мира. Перевод поэмы «Нарспи» на языки братских народов свидетельствует о том, что это произведение близко и понятно всем читателям, независимо от национальности. В этом году каждый молодой человек, каждый взрослый должен коснуться на любом языке творчеству нашего Иванова. Будь это театральное произведение, будь это вот сама поэма, будь это какое-нибудь стихотворение или же отрывки из других трагедий. В музее имени Константина Иванова прошел литературный флешмоб. Студенты вузов республики на разных языках читали поэму «Нарспи». Мы читаем на русском, на чувашском, на татарском и на удмуртском языке. К этому мероприятию мы готовились довольно-таки долго. Мы будем показывать отрывок из поэмы Константина Иванова «Нарспи», который принимают участие студенты 1, 2 и 3 курса. Наше вот это представление, я думаю, что мы будем показывать целый год. Чествование поэта будет продолжаться весь год, и почитателей творчества Константина Иванова ждет еще много литературных встреч, праздников и конкурсов. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика.